толкнул его. Ему показалось, что Филипп кричит на Настю, и Леша стал жестами угрожать парню. Что ты там показывал? А что ты как чмошник орешь на девочку? За разговором с ним стыди, я не на девочку ору. Я не на девочку ору, во-первых. Я разговаривал с Ольгой Бузовой. Если я поднял свой голос, значит я почитал так нужно, понятно? А если я будешь ходить запугивать, то я в момент испугаюсь, понимаешь? Вот испугаешься. И будет очень весело, поверь мне. Не веди себя как чмошник. Да, я не буду себя вести как чмошник. Ты свои угрозы припрячь за себя. Я не угрожаю тебе, я говорю, что ты ведешь себя как чмошник. Вот эти, говорю, не надо мне показывать. Чмошник, как ты себя ведешь, понял? Да? Это не угроза. Это не угроза. Я нормально себя вижу, да. Нормально? Да. Ну я вижу. И что? Нормально. Ну и что дальше? Я тебе говорю, ты договоришься. Дальше. Договоришься. Давай. Договоришься. Что дальше? Слова только. Увидишь. Слова что ли? Все. Скоро действуй. Давай, давай действуй. Если ты свою политику не пересмотришь. Ну еще раз объясняю, ты как чмошник себя ведешь. Да. Да. Все, я обережаю. Ну да, там компьютер. Ты там провоцируешь, я тебе отвечаю. Давай тоже обвинуть. Чмошник, понял? Дословно тебе. Давай, малыш, ты не будешь на проекте здесь все время, мой золотой. Ты же отсюда выйдешь, мой сладкий. Я тебе говорю, ты отсюда выйдешь, ты выйдешь. Чмошник, понял? Да. Сам настоящий чмошник. Провоцируй ты. Ты за собой знаешь, какой ты. Понятно тебе? А ты не, а ты не, ты не чмошник, ты не чмошник, ты мне говоришь, что ты мужик, тебя баба живи, ты обосмущаешь, какая разница? Какая разница? Ты на свое поведение, понятно? Девчатки, тебе подраться хочется? Тебе подраться хочется? Трус, тебе подраться хочется? Да. Хочется? Бери перчатки, пойдем. Я тебе устрою, бери. Ты не со мной будешь драться. Бери перчатки. Не со мной. Езжай. Ты со спортсменом будешь драться. Да ты как тёмка, да? Я поломаю такому щеку. Понятно?